Наша эпопея по территории Израиля продолжается. И сегодня вы видите снова уникальное место. Все, что связано с Израилем, это уникально. Каждое место, каждый памятник. Везде там, где ходила нога нашего Господа Иисуса Христа, где ступали ноги апостолов, оно в своем роде уникально. Сегодня мы на Масаде. И я не один, я приглашу снова наших друзей, нашу команду. Александр Чернецкий, пожалуйста, подойди. Затем Роман Джулай. Затем Александр и Тома Тюкаевы. Пожалуйста, подойдите. Юрий Москаленко, пожалуйста, сюда. Друзья, вы видите, что мы находимся на возвышенном месте. И за нашими спинами вы видите знаменитое Мертвое море или озеро с соленой водой. Да, мы именно там. И между соленым озером или морем и Масадой, которая возвышается над уровнем Мертвого моря на высоту 450 метров, находится небольшая долина. Александр, для того, чтобы нам подняться сюда на фуникулёре, нам взяло буквально несколько минут. Да, вообще на такое зрелище очень впечатляет, когда на фуникулёре поднимаешься оттуда сюда наверх. Страшновато, но не всем, мне не страшно. Ты знаешь, когда первый раз мы спускались с этой горы, в 94-м году мы пешком сходили, голова кружилась, по-настоящему кружилась голова. Юрий Николаевич, какое впечатление тебе от поездки в Израиль? Впечатление прекрасное. Это очень уникальная страна. И я думаю, что любой, в принципе, человек должен мечтать сюда попасть, потому что здесь настолько разнообразие большое. Вот мы были несколько дней назад на Голландских высотах, там Израиль с высоты птичьего полета видно. В Иерусалиме очень много исторических мест просто на каждом шагу. Также здесь вот мы видим такую гору, где очень много историй было в свое время. А дело в том, что история и драматизм Масады, она потрясает просто теми событиями, которые здесь происходили. Прекрасно из посещающих паломников знают историю Масада, но те, которые не знают, вы видите ли, поднялся сильный ветер, и тучи обволакивают небосвод. Почему? Потому что, говорят, будет день такой чуть-чуть дождливый, но тем не менее это не воспрепятствует нам для того, чтобы чуть вникнуть в экскурс того, что происходило на Масаде, кто построил Масаду, затем кто потом захватил Масаду и конец Масады также. Тамара, что тебя более всего впечатляет на Масаде? Ну, вообще здесь впечатлений очень много, очень сложно передать одним словом, но Александр говорил о страхе, когда мы поднимались, видя вот эту всю грандиозность этой горы и этого строения, честно говоря, я о страхе забыла, меня переполняли другие чувства, просто чувство восхищения, чувствуешь себя частью истории, хотя мы, как говорят, как привыкли мы называть себя Новый Израиль, но чувствуешь себя частью большой, великой истории. Вы знаете, друзья, что начало свое Масада берет со времен Ирода Великого. Это не Ирод Антипа, который уничтожил младенца в Вифлееме, это другой Ирод, это его отец. Поэтому Ирод Великий, он и воздвиг эту крепость, это потрясающее сооружение для своего же удовольствия. Александр, и немногие из нас знают, немногие из зрителей знают, что, оказывается, Ирод Великий принял иудаизм. Да, это произошло в 25-м году нашей эры, когда Ирод Первый Великий построил для себя и своей семьи эту крепость, этот дворец. У него было 15 жен и 10 детей. И он не просто здесь построил на этой скале это место, а он сюда привез золото, самое основное, это деньги того времени. Здесь где-то мы еще не видели, но, наверное, есть эти места. Теперь здесь были водоемы, водопровод искусственный был создан, были также здесь всякие комнаты, бани были римские.
То есть очень много здесь было создано для его удобств и для его семьи. То есть это вот это плато, на котором мы сейчас находимся, оно, кажется, 300 на 200 метров, очень огромное. 600. На 600, да. Очень огромное плато. И здесь это все было создано. Я просто вот сейчас, спустя 2000 лет, поражаюсь. Великие мира сего взгромождались на такие высоты, строили и думали, что будут жить 1000 или 2000 лет. Но, увы, я даже не знаю, сколько этот Ирод прожил и где его вообще могила. Но сюда, это достопримечательность Израиля, сюда посещают, наверное, каждый турист, который приезжает в Израиль, он приезжает на Масаду. И я много раз слышал об этом месте, но впервые мои ноги ступили сюда. Довольно интересное впечатление, и мы еще даже не ходили, только начали. Мы только начали, Роман Джулай. Я вижу, ты полон речей. Что тебя впечатлило по-особому? Ну, впечатлила все-таки бренность человека. Люди мира этого стараются создать себе такие укрепленные, надежные места и думают, что они будут здесь жить веками. Но история показывает, что ничто в этом мире не вечно. И, казалось бы, действительно, это такая неприступная крепость, но даже люди мира сего все-таки нашли подход и завладели этой крепостью. Несомненно. Ну, если углубиться немного в историю, в экскурс того, Ирод Великий закончил это строение и затем практически евреи потеряли в первой иудейской войне, они потеряли Иерусалим. Они римлянами были разгромлено практически все войско израильское. И последним оплотом израильтян как раз и была Масада. Они обнаружили, что здесь прекрасное защищенное место. С любой из сторон вы не подниметесь на эту гору. Почему? Сюда ведет узенькая тропа. Змеиная тропа. Шаг влево, шаг вправо, и это пропасть. И поэтому тысячу человек во главе со своим предводителем, который представлял собой радикальную ветвь иудаизма в то время, которые противились влиянию и противились оккупации Израиля римскими войсками. И поэтому они нашли этот не пятачок, но мы говорим пятачок. Они нашли это плато, взяли с собой женщин, детей, около 1000 человек. И в течение 3 лет ничего не могли сделать римские войска. Римский полководец в конце, история говорит, восхищался героизму защитников этой крепости. И когда они увидели, что они ничего не могут сделать, потому что Израиль был покорен полностью, а этот маленький гарнизон евреев, воинов, сражались до победного конца. И когда они поняли, что ничего не получится, они поняли, что римляне... Что начали делать римляне, Алекс? Римляне начали наступать на эту крепость. И здесь еврейские повстанцы, которых было 1000 человек, они стояли до последнего. Когда римские воины хотели сюда забраться, 9000 рабов начали вал делать вокруг этой крепости. Это снизу они... 9000 рабов. Вы можете себе представить, сколько людей участвовало в такую насыпь? И они сюда не могли. Поэтому потом римляне начали свои машины бомбить стены, свои стенобитные машины начали, и начали бомбить эти стены. И когда они уже подожгли, кажется, внутренняя здесь была еще стена деревянная, они ее подожгли, и тогда уже наступил конец для защитников Масады. И тогда уже самое интересное произошло, в кавычках. Самое драматическое и трагическое как раз и произошло, когда защитники приняли решение уничтожить друг друга, практически убить друг друга, закончить жизнь самоубийством. Был лозунг провозглашен такой: смерть или рабство. И они дружно выбрали смерть для того, чтобы не попасть в рабство. И они оставили 10 человек
из своего числа выбрали, жеребенкой бросили, 10 человек осталось, которые практически уничтожили друг друга, женщин, уничтожили детей. Осталось 10 человек. И затем из этих 10 человек был также брошен жребий для того, чтобы последний остался и всех остальных убил, и затем практически убил сам себя мечом, упал на меч. Поэтому в этом и этим и окончилась эпопея Масады. Ну, вы знаете, на сегодняшний момент Иосиф Флавий, кстати, об этом описывает, историк, что все-таки здесь имело место. Но символизм Масады для евреев, ну и по большому счету для всего мира, он просто трудно передаваем. Он очень особен. Почему? Потому что на этом месте евреи, они принимают решение, говорят, что здесь даже принимают присягу. Те, которые становятся в израильскую армию, они на этом месте принимают присягу для того, чтобы демонстрировать о том, что практически Израиль непобедим. Поэтому, Юрий Николаевич, что здесь, в чем изюминка того, что все-таки Масада является символом свободы, символом героизма, да. Ну, я думаю, что из того, что вы рассказали, это настолько впечатляющие моменты, когда люди смогли, в общем-то, отдать свою жизнь, жизнь своих детей и жизнь своих жен ради того, чтобы не попасть в рабство. Ради того, чтобы не предать, ради того, чтобы не дать возможности врагу издеваться над собой. И это очень впечатляет. У меня просто нет больше слов по этому поводу. Ну, как таковой ценности для христиан, не в обиду будет сказано, мы не видим, потому что здесь Новый Завет не говорит, что здесь апостолы были, ничего не говорится о том, что здесь Иисус Христос был, как для таковой церкви евангельского направления здесь великих ценностей нету, но духовные уроки и исторические уроки мы извлекаем с превеликим удовольствием. Так же? А вот я вот сейчас стою, смотрю на эти все стены, скажем, по-человечески непробиваемые, делаю вывод. Какой я делаю вывод? Друзья, какие бы стены, какие бы крепости в своей жизни мы не избирали, вот, как далеко бы мы ни забирались, в какие условия бы мы себя не загоняли, в каких бы каменных сооружениях мы не находились, нет ничего вечного. Есть одна крепость у нас. Убегает в нее праведник, написано, и безопасен. Это Господь. И поэтому в каких бы обстоятельствах ты ни находился, не убегай никуда. Господь — единственное прибежище, единственная скала, единственная крепость, единственное сооружение, где ты можешь укрыться, где ты можешь найти убежище для себя. Это Господь. Вот, судя по этому сооружению, по этой скале, по этой крепости, по этой высоте, похоже, что выше, чем, по-моему, эта гора, ее больше здесь нету, вот среди этих гор. Поэтому сюда и забрались евреи в надежде спастись. Но для нас хороший пример всего этого – это Господь, к которому мы должны бежать во всех наших обстоятельствах, жизненных обстоятельствах, в скорбях наших, в печалях наших, в радостях наших. Господь — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Поэтому беги в своих обстоятельствах, в своих скорбях, в своих радостях, беги к Господу, потому что Он единственный. Аллилуйя. А ну-ка, Роман, ты также, в тебя есть духовная составляющая в этом также. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя скала. Мой Господь, моя скала. И действительно, вот я хотел подтверждение Алексу Тюкаеву, вот эта песня чудесная Сергея Демидовича о том, что наш Господь есть скала. Скала веков непоколебимая. И, Александр, не хочу повторять твои слова, но действительно, если у вас какие-то проблемы, знайте, что единственное ваше спасение – это скала веков, кем является Иисус Христос. Действительно, все зыблемо и поколебимо. Один Господь непоколебим. Написано, Он скала и прибежище. То есть, и
он непоколебим, он вечен, он неизменяем, он всемогущ, он вездесущ, и он всезнающий Бог. Поэтому это атрибутика Бога. Она действительно, глядя на все это некогда величие, но на сегодняшний момент это просто историческое прошлое, мы можем с гарантией смотреть в будущее, что падают и восходят и закатываются империи, цари земные, некогда на высоте, некогда мир покорившее, некогда превозносящее себя выше звезд небесных даже, царство воздвигающее. Но конец их печален, конец их трагический. Единственное наше упование, наша вера в Господа Иисуса Христа конца не имеет. Безграничен, Бог безграничен. И настолько же может быть простираема наша вера. Поэтому, Алекс, у тебя, я знаю, есть хорошие духовные уроки, почерпаемые на этом плато. Вообще история Масады заставляет размышлять над многими вещами. В частности, если мы говорим сегодня о еврейских повстанцах, которые здесь отдали свою жизнь, я считаю, это герои. Может быть, они герои. Во всяком случае, так Израиль понимает, что это были герои, которые не хотели смириться с римским игом и стать рабами. Потому что, если вот представьте себе даже 9 тысяч рабов, занести сюда вал создать, это же в каких условиях они работали, не имея техники. Вообще, как они это делали, уму непостижимо. Но если провести параллель, вот мы здесь рассуждаем вместе, и я так думаю, смотрите, мы, христиане, тоже имеем врага. Эти еврейские повстанцы имели римлян, которые шли сюда, а мы, христиане, имеем тоже врага. О, это враг номер один. Террорист номер один для всех христиан. Не только для христиан, вообще для всех жителей планеты. Но для нас он строит такие козни, такие крепости создает. И так написано, против козни дьявольских. А что такое козни? Это чтобы ты споткнулся, упал. Так вот, для нас нужно иметь тоже, строить какие-то крепости. Я хочу также вспомнить героев веры в Советском Союзе, которые отстаивали свои убеждения евангельские, свою веру. Они не принимали присяги, они не брали в руки оружие. Почему? Потому что они понимали, не клянись, значит, они не клялись, не убивай, значит, не убивай, они оружие не брали. И они стояли насмерть, они не жалели своей жизни. Если герои Масады не хотели в рабство идти, вот, и пускать своих жен, детей, то здесь герои веры, они отстаивали свои евангельские принципы до смерти. То есть это еще раз показывает о том, что есть вещи в мире, которые, за которые не жалко и жизнь отдать. То есть убеждения, они настолько имеют большую цену, что за них не жалко и жизнь отдать. И христианин тоже, если так взять, то он не должен жалеть даже своей жизни для того, чтобы приобрести жизнь вечную. Это точно. Вы знаете, капает дождь, капает, и уже капель, наверное, нас сейчас прервет наш эфир. А знаете еще какая мысль? Последняя мысль, наверное, мы будем сворачивать наше оборудование. Твердыни могут быть. Вот твердыни и бастионы, они могут быть воздвигнуты в наших мыслях, в нашем мировоззрении. И ряд из вас, дорогие, имеете вот эти твердыни, воздвигнуты. К сожалению, тут человек воздвигал эти бастионы и твердыни. А к сожалению, у вас невидимые твердыни воздвигнуты, может быть, наследием родителей прошлых, может быть, каким-то обманом политической системы, твердыни атеизма, твердыни коммунизма, эти твердыни, то есть и крепости, да. Порой самими собой. Да. Самими собой, совершенно верно, собственными руками. Вот, в своем мирку мы воздвигли эти твердыни. Твердыни, может быть, от своего прошлого, которые мешают нам. И оно настолько крепко, оно настолько твердо, что пробить эту твердыню, этот бастион, бывает очень тяжело. Но я имею хорошую новость, последнюю для вас, что Иисус Христос, Он в состоянии и силен, и разрушит всякую твердыню во имя Иисуса Христа. Вот в твоей жизни твердыни воздвигнута. И мы просто молимся и благословляем вас, чтобы вы приняли Иисуса Христа. Единственная твердыня,
единственная скала, непоколебимая, это наш Господь Иисус Христос. И у тебя есть прекрасная возможность прийти к Нему сегодня, прийти к Нему сейчас, принять Его Господом и Спасителем, и жить для Него, и верить в Него, и уповать на Него. Поэтому это самое хорошее есть, последняя новость, то, что до тех пор, до каких дыхание в груди, до тех пор, до каких глаза твои видят, уши слышат, ноги ходят. Просто прими Его сегодня, прямо из этой Масады, прямо из этой вершины, прямо из этой территории. Вашим территориям мы посылаем шалом, мы говорим шалом от всей команды. Мы говорим мир вашим сердцам, мир вашим домам. И помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте благословенны, оставайтесь на импакте.